Второй день форума Retail Tech открывает свои двери, и мы с нашим пресс-центром продолжаем освещать его события. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте. Я представляю компанию Engie. Это лидирующая компания в Российской Федерации по производству, внедрению инновационных технологий, оборудования для самообслуживания. То есть все, что касается постаматов, вендинговых аппаратов, камер хранения, это все про нас. Умные холодильники, электронные ключницы. Это та компания, которая этим занимается. И более того, мы осуществляем комплексный подход, то есть не только являемся производителем, у нас есть целый штат айтишников, разработчиков, инженеров, кто делает наш собственный софт, соответственно, для оборудования. И также мы занимаемся обслуживанием, то есть география работы нашей компании – это вся территория нашей необъятной страны, плюс страны СНГ, поэтому если нужно комплексное решение для того, чтобы автоматизировать бизнес, решить какую-то неординарную бизнес-задачу, то нужно обращаться, конечно, в компанию Engie. Мы это знаем, умеем, как решить, потому что компания работает аж с 2008 года. Замечательно. Мне кажется, в принципе, практически исчерпывающе. И мне теперь хочется только задать вам вопрос. Как вот эти года, когда люди очень любили общаться с продавцами, пообщаться, там, перекинуться парой слов, пообниматься и так далее, и какие-то ограничения 2020 года сделали свои вложения в наше общение. И я так понимаю, что именно деятельность вашей фирмы сильно помогла людям немножко дистанцироваться, при этом как бы быть здоровыми. Ну, на самом деле, достаточно давно уже прослеживается тенденция, особенно в больших городах, когда человек хочет минимизировать общение с социумом. Может быть, это хорошо, может быть, не очень, но как раз-таки наши решения помогают сделать максимально комфортную и, так скажем, экономную в плане времени жизнь человека. То есть не нужно стоять в очереди, дожидаясь кассира, можно сделать все самому. Это такое предложение, оно как для молодежи, очень удобно, потому что очень много социофобов как раз-таки, как бы это смешно и, не знаю, двусмысленно не звучало среди молодежи, но и старшему поколению тоже это все реально интересно, потому что поскольку софт разрабатывается нашими специалистами, мы делаем максимально все понятно и просто, чтобы минимизировать количество действий конечного, так скажем, потребителя. Абсолютно понимаю вас, и я сам знаю по себе, когда брутальный бородатый мужчина заходит, должен сказать свое имя баристе, и бариста потом через весь зал кричит, что мой ванильный раф уже готов. Понятно, иногда хочется взять свой ванильный вкусненький раф или клубничный и пойти наконец-то попить его. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Самое главное, что ваша фирма непосредственно на нашей выставке, не просто так, вы на гребне волны IT и самых топовых технологий. Пожелаем вам удачи и надеюсь, что от этого выиграют и конечные пользователи. Спасибо большое. Спасибо вам.